известно тебе. Здесь замешаны люди, занимающие высокие посты. Они хотят, чтобы Шахзаде Мустафа взошел на трон и стал великим падишахом. Бейзет, да ты понимаешь, кто такая Хуриджихан? Она член династии. Дочь Ибрагима Паши и Хатиджи Султан. Между вами ничего не может быть. Ты должен это понять. Я запрещаю тебе даже думать об этом. Пусть возвращается в Санджак и ждет моего решения о его судьбе. А если он откажется и будет настаивать на неподчинении, тогда ни в коем случае не дайте ему пройти. Помешайте любой ценой. Ищешь настоящего грешника? Посмотри в зеркало. На моих руках крови правящей династии нет. Наша размолвка будет выгодна лишь нашим врагам. Отныне ваша судьба зависит от меня, госпожа. В одиночку вы не сможете победить в этой войне. Эту вражду уже нельзя остановить. Слишком поздно. Вражда между ними, тебя это совсем не касается. Ошибаетесь. Если прольется первая кровь, всему конец. Это затронет нас всех.